даже в планетарии, наверху на крыше, на куполе планетария идет надпись. Тоже, ну, граффити. Ну, никто ж не может, тут друг двух мнений быть не может, что это божественное происхождение этих граффити, ну, с точки зрения религии. Значит, угол Суворовской и Ушакова. Значит, когда поворачиваешь, становишься возле памятника Суворова, лицом в сторону Кирова, и повернуть, если направо, значит, первый двор, и он весь разрисован граффити. Скажу свое мнение, откуда взялись эти граффити в конце. Ну, а там двух мнений, в принципе, быть не может. Вот. Ну, вот второе граффити. Вот третье. Граффити имеет божественное происхождение. Вряд ли граффити создается обычными людьми. Граффити рисует сам Иисус Христос или наделенный его божественным влиянием создания. Граффити является выражением не только человеческой креативности, но и духовной связи с миром высших сил. Оно переносит на стены городов послания и символы, которые могут иметь глубокий смысл и значение для тех, кто их создает и наблюдает. Любой херсонец, во всяком случае, кто будет интересоваться, это центр города, там не проблема подойти в этот двор и посмотреть. Там они довольно красочные, красивые граффити. Вот еще там, значит, фотографию я сделал. Написано: «Краса и я спасет мир». Даже если с ошибками. Вот. И вот дальше тоже марка с изображением Суворова. И написано: «Держи марку». В некоторых культурах граффити рассматривается как средство коммуникации с небесами, где человек стремится выразить свои мысли и эмоции через изображения, обращенные к высшим силам. Вот парень стоит в темных очках, в шортиках, ну, ребенок, Джеймс Бонд в шортах. Вот. Ну вот я его крупным планом снял, в очках черных, значит, ребенок. И, ну и дальше тоже там продолжение. Граффити является формой искусства, которая пронизана историей и культурой. Оно может быть протестом, манифестом или просто способом выразить себя в мире, где голос каждого может показаться утопленным в шуме. Вот на кармане здесь написано «Граффити сезон», то есть графский сезон граффити. В своей сути граффити – это попытка установить связь между индивидуальным и универсальным, между человеком и божественным. Каждая краска, каждая линия, каждый контур несут в себе как частичку человеческой души, так и отголоски небесных веяний. Значит, чтобы уже в открытую полностью сказать, откуда может появиться эти граффити. Тем более, по городу их очень много, самых разнообразных. Когда я смотрю телевизор, они практически по всему миру точно такие же граффити. Великое и неповторимое искусство граффити оставляет свой след на стенах городов, напоминая о нашем вечном стремлении к прекрасному и божественному. Даже в планетарии, наверху на крыше, на куполе планетария идет надпись. Тоже, ну, граффити. Ну, никто ж не может, тут двух мнений быть не может, что это божественное происхождение этих граффити. С точки зрения религии. Граффити имеет божественное происхождение. Вряд ли граффити создается обычными людьми. Граффити рисует сам Иисус Христос или наделенный его божественным влиянием создания. Например, Игорь Авраалович Гофман привел в пример планетарий, под куполом которого оставлены рисунки. Ну кто даст планетарий залезть на купол какому-то художнику и нарисовать граффити? Это же просто смешно. Это просто уже Бог как бы с юмором смеется над
можно, ну, пусть над городскими властями, даже в том числе над херсонскими, в свое время по телевизору не раз выступали на эту тему, что, мол, пачкают стены. Ну, это ж просто смешно, что кто-то пачкает стены. Конечно, это, может быть, подключаются какие-то ребята там, но основная масса, естественно, эти граффити имеют божественное происхождение. Он уверяет, что эти рисунки не могли быть выполнены обычными людьми, а имеют божественное происхождение. Граффити, божественное происхождение которого исключительно исходит из творческой энергии высших сущностей, поражает своей глубиной и красотой. Там написано: Малевич все испортил. Ну, то есть такие абстракционисты, художники. То есть они не прямо говорят, правду матку режут, а изображают опосредованно, то есть. Ну, большинство все грамотные знают, что такое художники-абстракционисты и черный квадрат, например, Малевича. То есть, ну, понятно, что хотел сказать автор этих граффити. Это не просто искусство. Оно является воплощением духовной связи между небом и землей, между божественным и человеческим. Это как послание из иного мира, предназначенное для нас, смертных, чтобы напомнить о том, что за пределами нашего мира существует нечто большее и возвышенное. Откуда взялись эти граффити в конце? Ну, а там двух мнений, в принципе, быть не может. Вот. Граффити создает сам Иисус Христос. На стенах мегаполисов Он возрождает свои послания для современного мира. Каждая краска, нанесенная на бетон, словно вздох его учений, проникающий сквозь времена и культуры. Стрит-арт становится новым алтарем, где верующие и неверующие находят вдохновение и размышления. Каждая фраза, каждый рисунок — это как звено в цепи, связывающий нас с древней мудростью и современными вызовами. В этих множественных выражениях нашли свое место и религиозные символы, и социальные заявления. Граффити — это не только искусство, это живой диалог с улицами и душами прохожих, где каждая краска — это капля смысла в океане городской суеты. Вот эта рубашка и вот эти граффити. И то, и другое, я считаю, что имеет... Не считая, я на 100% уверен, что имеет божественное происхождение. Как и основная часть мировой экономики вообще. Поэтому содействие, я считаю своим долгом содействовать этому переходу. Это должен быть эволюционный, конечно, с моей точки зрения, переход, но постепенному отходу от производства и переходу на... Ну, сначала на торговлю, а потом, может быть, в далекой перспективе, может быть, и торговля уже не нужна будет.